Ух ты, так холодно. Шарлотта была права. Осталось немного, Лукас. Потерпи. Идем. Привидище! Это Нек 2, глава 3. Часть 3. Замерзшая шахта, и надо двигаться пошустрее, а то мы тут с тобой починеем. Ну, по крайней мере, мои деточки, которых я сюда привел. Мальчик с девочкой, Лукас и его новая подружайка. Как думаешь, будет у них там любовь, морковь, все дела? Или они так просто вместе тусуются, путешествуют? А, может, я наперед забегаю? Ну, думаю, там у Лукаса все сложится! Что-то заболтался я. Как ты так не допрыгнул? Как это так вышло? Да что это такое происходит? Лукас, прекрати. Я знаю, что это твоя магия. Это ты делаешь со мной. На самом деле, это я просто пальчиком не туда такой. Да-да-да. Можешь сказать, что у меня пальцы растут, как деревья в разные стороны. Опс. Реликтий. Сейчас, чувачок. Кто смотрел прошлую, позапрошлую серию? Мы запустили механизм. Это очень опасно. Спасибо, Эдриан. Мы аккуратно. Это опасно. Камни высыпаются какие-то. Сейчас по башке мне прилетят, это будет опасно. Сейчас, короче, пацан, помнишь, позапрошлом видосе я говорил, пацану комментарий пишет: «Меня бесит, когда ты падаешь с платформ. Ну что ты такой крачок?» Вот он сейчас опять появится, скажет: «Что ты опять падаешь? Нелепые какие-то у тебя там это, движухи какие-то». Ну вот так вот вышло. Бывает. Ничего. Опс. Блин, ну внизу, кстати, я заметил, там тайник, и я вот фиг его знает, как его забрать. Но это не тайник, вон там, видишь, решетка. Сейчас, подожди. Хоп, вон он стоит. И туда как бы мне пролезть. А хотя вот пролезть можно. Ага. Все. Тут опыт. Опыт мне нужен. А можно повыше запрыгнуть там куда-нибудь? Может, еще там тайник есть какой? Не, нету. Ну вот, не зря я вернулся, хорошо. А в прошлом видео я забыл один сундук с сокровищем. Но вот этот тайник, это, конечно, вообще капец. Если бы мне в комментариях вы не написали, я бы даже не догадался, что он там есть. Сколько бы я тут не проходил. Короче, смотри. Здесь вообще ничего не предвещает и не подсказывает, что есть тайник. Ты бежишь такой, ловушечку эту проходишь. Вот так вот этого мочишь. Вот по-быстренькому. И смотри, ловушки. Ловушки, а что ловушки не останавливаются, я не понял. Вот они, наконец-то они остановились. Просто в комментариях говорили, что они должны остановиться, и ты можешь пройти в одну из ловушек. И вот здесь проходишь вот такой вот. И тут тебе сокровище, и тити-клотить. Я бы сам в жизни бы об этом даже не догадался, что нужно тут постоять, подождать, когда они остановятся, чтобы достать этот сундук с сокровищами. Я вернулся, забрал. Не переживай, комментики читай, поэтому если я что-то пропускаю, обязательно пиши об этом мне. Я возвращаюсь, все забираю. Потому что нужно собрать огромное количество устройств. Здесь можно запрыгнуть куда-то. Куда-то, куда-то. Похоже, тяжелая. Чтобы ее открыть, надо стать гораздо больше. О, массу набирать надо, да? Окей. Может, железяк присосем? Значит, здесь можно запрыгнуть вот по этим платформам. Но я сейчас еще тут побегу, посмотрю, нет ли чего-нибудь интересного. Так, жучок. Хоп. Жалко, Нек не может от стенки к стенке прыгать, как настоящий ниндзя. Когти, хотя его позволяет это делать. А вот какой механизм. Мы тогда здесь сделаем вот так вот. А, не допрыгнул. Подождите. Подождите. Подождите секундочку. О, получилось. И сюда. О, бугай со взрывчаткой. Давненько я вас не встречал. Ребятишечки, ребятулечки. Ой, под себя кинул гранату. Ты чё? А, нет, быстрее, 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 быстрее. Жесть. Он кинул под себя, и я на него плюхнулся пупковым ударом. Это было очень опасно. Значит, у нас тут есть рубильник. Для чего-то. А вот для чего. Ага. Ага. Вот так вот берем. Сюда спрыгиваем. Оставляем здесь свой вес. А я туда, походу, не допрыгну, кстати. А, нет, допрыгнул. Офигеть. Такой букашечкой допрыгнул. Нек, ну ты молодчик. Здесь на всякий случай надо подрасти, а то меня где-нибудь размолотит. Подожди, а вот это вот можно собрать как-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще и... Черт. Еще и дробилка мне чуть не распилила. И камни чуть на башку не упали. Попробуй открыть дверь, Лукас кричит. Сам открой. Ладно, давай телепортнемся.
Лукас, видел, какой я сейчас был? Да. Я про это хотел тебе сказать, что видал, какой реликтовый звездопад был? Это тут... Давай, Нек, ты че? Так, держать! Нек, сумоист. Намазь. Это мощь. Это работа для Нека. А вот и ледик. Ледяной попадшик вернулся. Освежает. Да. Вот это круто. Таким Нек становится, поглотив лед. Пока лед держится на месте, Нек неуязвим к вражеским атакам. Ледяное дыхание — это особый прием для замораживания противников и механизмов. О, ледяной удар, ледяное дыхание. Ну-ка, давай попробуем ледяное дыхание. Новый приемчик. Уху-ху, круто, смотри. Они присохли, примерзли к одному месту. Вот это круто. Замерзли. Давай, Нек. Круто, обалденно просто. Можно было бы фоточку сделать тут еще. А вот это что за вентилятор? Ты видишь, там вентилятор какой-то? Миу! Обалдеть, вот это классно. У него, смотри, как у Росомахи ногти, когти. Вон, смотри. Вау! Только сейчас на это обратил внимание. Ну, здорово, здорово. То есть, ну, круто, когда есть какие-то новшества, нововведения. И то, что было раньше, как бы это осталось. И плюс еще что-то добавили. Это круто. Так, стоп, я вас сейчас всех заморожу. Вию, я сейчас как это, Санта-Клаус, как Дед Мороз. Подул на вас и все. Здорово. Заморозю. Где моя Снегурка? Ой-ой-ой, лучники с огненными стрелами. Это плохо. Это плохо. А если я в них подую? Стой. У них очень много стрел. У них очень много стрел с огнем. Вот так вот. Не получилось их заморозить, я просто рисковал своей ледяной броней. Если бы в меня хоть одна стрела попала, я бы начал таять. Это... подорвались, котябази. Козлята. Козлинище. Подожди, тут мне кажется... Ай, в огонь еще вошел. Мне показалось, что вот здесь вот какая-то такая... Да что такое-то? Хоть это в костер долбиться. Вот здесь вот тайная дверь, но нет. Оставил свою ледяную броню. Давай заберем ее. Вон там сверху проход есть. Да-да-да. Вот. Не там дверь была, так повыше. Ну и хорошо, что я ее заметил, обратил на нее внимание. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Куда я там? А, вот сюда теперь. Сокровище! Сокровище! Первое сокровище нашли. Четко. Какой-то пестик. Деталь разрушителя кристаллов позволяет разрушать янтарь на расстоянии с помощью удара телом. Она также позволяет разрушить суперкристаллы. Классно. Очень классно. Забираем, конечно же. Я, правда, не... Ну ладно, пусть будет. Я просто не встречал таких кристаллов, которые нужно на расстоянии уничтожать. Хотя нет, было. Один раз я видел, было, честно признаюсь. Вот, но это было всего один раз. А здесь спрыгиваем. Давай. Короче, это довольно редкая такая тема, и я не думаю, что я часто буду пользоваться этим устройством. Бегите от меня, бегите. Раздавил всех нафиг. Ой, какая у тебя огненная палочка. Черт. На тебе. А, он броню поставил, ну щит в смысле поставил, и его заморозить не получилось. Не всегда получается. О, заморозил наконец-то. Не всегда получается круто играть, но я стараюсь, чтобы вам было интересно смотреть. Эпичные всякие моменты были. Ты достал, слушай. Его не берет. О, щит наконец-то ему сломал. Вот так вот. Я пытаюсь сделать красиво, чтобы было интересно, и всякие там способности крутые использую. Вот эту штуку надо крутануть и заморозить. Хотя можно и так пробежать. Разнообразные способности юзать каждый раз. Хотя я часто пользуюсь пупковым ударом и ударом ноги. Вот. Бегите! Но просто способностей сейчас пока что не так много, поэтому так кто входит. А когда я обучусь всем способностям, ух, там будет разнообразие какое великолепное. Черт, потери. А можно гранату обратно кинуть, отбив их щитом? Нет, не получится. Кстати, ледяной щит, давай посмотрим, как он выглядит. Ледяной щит. Вау, круто. И, кстати, гранат отбивается. Здорово. Это здорово. Ну, не сами гранаты отбиваются, а волна взрывная отбивается щитом. Е-е-е.
Кто против меня? Я самаха, ё-моё, ледяной самаха. Маса-маса-маса-маха. Опа. Ну чё? Наверх? Поползли, да? Смотри, какая сосуля висит. Такая на башку упадет, не только башку пробьет, но и тебя нафиг распилит напополам. А у меня щиты сечу. Я даже не переживаю. Хопля. Опс. Черт, я его не убил. Надо вернуться. Надо вернуться. А, нет, он сдох. Хм. Как это все интересно. Вначале показалось, что он упал, но хотел встать, но что-то у него не вышло. Эй, пацаны. Освежиться не хотите? Я тут льда принес. Вот это освежающее пробежался. Так, 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 так. Минуточку, секундочку. Черт, не получилось. Вот, вышло. Он долго заправляет свою дыхалку ледяную. Знаете, попкового ледяного. Кстати, у меня же длинные удары появились. Че я его не использую? В прошлой же серии меня обучили. А, подожди. Вот он. Вот он. Почему я его не юзаю? Я забыл про него. Ща, все будет, не ты. Лукас, Кукас. Вот. Наберем льда побольше. Вот ворота и открылись. О, и опыт есть. Так, значит, про свой нюхачий удар. Долбаные костры. Про свой нюхачий удар надо не забывать. Давай вон туда. Опля. А, надо заморозить его. Угу, сейчас. Я понял. Я думал, что успею пробежать, но нет. Вот и все. Пойдемте, мальчики, девочки. Ну, капец. Капец. Откусите. Черт, попали в меня чутка. Ну, тут как бы не страшно, льда до кучи. Поэтому... Хочешь, я тебе вот этот удар сделаю? А, хотел ему нюхачий удар сделать, но... В воздухе, когда делаешь, он ногой бьет. Так, поднимем панель. Запрыгиваем. Какая музыка-то эпичная играет. Как будто я мир спасаю. На самом деле просто хожу гоблинов валю. Вау-вау-вау, пупковую. Ой, пупковую. Нюхачи удары нужны. Выкуси. Опа. На тебе. Ай, достал! С ноги сейчас тебе вдам. Нет, не получилось. Значит, посмотрим. Заморозить сможешь это? Ну не так. Не так ты заморозил. Вот так вот надо было заморозить. Сейчас попробуем запрыгнуть. Тут, кстати, нет тайника никакого. Мо, вот же, точно. Вот же он. Че, неужели я сейчас все эти секретки найду тут? Прикинь, все, второй ящик секретный, круто. Нажли. Нажли, нажли, нажли. Ну, это аквамариновый реликт. У меня их еще нет, но у меня есть рубиновый. Давай рубиновый реликт собирать. Так что вот. Вот так вот. Отлично. Все, по сокровищам, да. 2 из 2, все отлично. Можно теперь не паниковать, не суетиться, а бежать прямиком вперед. Вперед и только вперед. Опс. Свежий воздух, отлично. Снова камни на башку валятся. Мы уже близко. Да вы что? Чуть-чуть. Не дал мне запрыгнуть, я тебя сейчас своими рахамахами, расмахамскими клинками разомахаю. Прикольно звучит, кстати. Что произошло? Где мой дар речи пропал вообще? Расамахскими своими клинками Да. Я тебя Сейчас, подожди, минуточку. Расамахаю тебя своими расамахскими клинками. Ах ты негодяй, а. Че, можно в него что-нибудь кинуть? Он мне не дает туда перепрыгнуть. Этот удар не достает. Как мы... Вот это может быть? Нет. Опа, быстрее. Хотя я могу сделать вот так вот и пошел вниз. Вот и все. Я его вот этот раз кинул. Обхитрил дурака. Обвешай брюхо. Парни, тихо. На тебе. Опля.
ноги, давай с ноги. Не, с ноги. Вот, с ноги, вот так вот надо бить. Вертушкой. Прикольно выходит. Здесь оставляем лед. Вот мне вот так вот как бы надо бы, по идее. Но туда я не допрыгну так просто, да, наверное? Сейчас я попробую, конечно. Хотя нет, все допрыгивается вообще просто. Сидел, голову тут делал. Сам себе. Ой, гоблины, простите, я сломал ваши... Ой, чуть меня не размолотило дробилкой. У гоблинов вышки все поломал. Так, здесь можно спуститься, да? Можно? Нет, тут тупик. Невидимый тупик. Хопля, опс. Хопс. Ну чё, пацаны? Чё, пацаны? Потусим? Попковый удар, мощный удар. Вау, ты тоже так же умеешь, да, как я попковый, только ты молотком бьешь. Ё-моё. Ладно, все, хватит издевательства, парни. Выкуси. Как он улетел в стенку. Это он меня так выбесил. Ярость накопилась. Так. Ну давай, пульни в меня. О, пульни. А, он не достреливает до меня, я хотел отбить стрелы. Вот, все. Погори немножечко. Лезем выше. Все крушить, все ломать. Мне показалось, или там вот можно пройти, подожди. А, нет, это вент-шахта какая-то, там вентилятор мешается. Окей. Опс. Здорово, пухлячок. Пухлячок, оно летит вниз. Да это не вопрос вообще. Тут, короче, есть лазейчика. Я сейчас телепортнусь. Опять будет, знаешь, реликтивный дождик. Загадывай желание, Лукас. Спасибо. Кстати, когда я маленький, телепортируюсь быстрее намного, потому что реликтов меньше надо переносить. Юный лидер, мы ждали вас. То, что вы ищете, впереди. Спасибо, брат. Шрамы войны. Глава 3, часть 4. Тут хоть лет, пушки какие мощные стоят. Начинает оттаивать, да? Лето наступает. Вот поле боя. Видите древние пушки? Угу. Я вижу только снег и ржавчину. Что тут можно найти? Давай все же попробуем. Парни, давайте в снежки поиграем. Только у меня вместо снежков камушки. Щит ему надо сломать. Че, все? Ну ладно, я с собой камушек возьму. Я как баскетболист. А, он там еще есть. Уже нету. Хорошо, что я с собой камень взял. Опля. Тут, кстати, о. Надо не забывать про сокровища. Это получается новая глава, новая часть. И, соответственно, два сокровища тут спрятаны. Вот и первое. Сразу же. Моментально. Офигеть. Что это? Деталь сканера отображает информацию о состоянии противников. Мне интересно. Вот это что, деталь янтарной бомбы? Есть у меня янтарная бомба? Нечего, короче, здесь. Ладно, деталь сканера будем собирать тогда. Просто, ну, ни рубинового реликта, ну, в смысле, ни рубина нет, ни... Чем мы там еще собираем-то? Погоди, мы же там еще другое устройство собирали. Пушку какую-то. Вот. Разрушитель кристаллов и вот у меня есть сканер. Это мы сейчас с тобой собираем. И все, получается, сканер начали собирать, и разрушитель кристаллов у нас собирается. Все, окей. Идем. Янтарчик. Та-та-ри-та-та. Ой, жучок. Мне показалось, что это башка Лукаса отлетела. Да блин, янтарь-то разбей. Во. Янтаря, напоминаю, когда у нас янтарь заканчивается, ну, в смысле, наполняется, две разные вещи вообще. Когда у нас янтарь заполняется, разбивая янтарь потом, мне дают опыт. То есть, когда янтарная шкала заполняется, и янтарю некуда деваться, он преобразуется в опыт. Хм, что же их включает? Не знаю, но скоро поймем. Нек. А, что? О, какой здоровый. Сзади меня кто-то есть? Прикинь. У тебя чуйка нормальная. Какой большой. Жирный. Кроматина. Да не говори. Сейчас я тут янтаря возьму.
Ага, ага, вот что он делает. Ау, достал. Выбирай момент для атаки. Я понял, он в принципе неуклюжий. Ай, но это мне как-то... Нифига себе, он такие медленные замахи делает, но бьет очень резко. Да, надо быть с тобой поаккуратнее, дружочек. Он еще и молнию, как Тор, призывает. Смотри, электричеством запитался. А он еще и палку кидает свою. Уходим, 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 уходим. Короче, когда он палку свою выкидывает, надо подбегать и улупить. Это типа местный первый босс. Вот, вот, пошли, 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 пошли. Щит поставил. Ага. Не-не-не, я очень быстро уворачиваюсь. У меня скоростной ворот. Хотя как-то он что-то не быстрый, он какой-то медленный. Почему? Я же вроде качал быстрый ворот. Что за фигня? Где мои быстрые ворота? Видимо, я слишком жирный и слишком большой, да? Чуть-чуть задел. Мне страшно. Я за спиной был. Вот и все, и сдох. Надо было не ссать, а сразу подходить его лупить по жопе. Они все пробуждаются. Что происходит? Да я сейчас их размотаю. Хопа, мимо. Есть талант прокачать. А, пока читал надпись. С талантами пропустил удар. Черт, жалко, в полете не получается его так лупить, а было бы круто. Готов. С ноги получится? С ноги хочешь выкусить? Давай, давай, давай. Обраточка. Готово. Пойдем посмотрим по талантам, что там у нас. Усиление. Погоди, я же точно качал у ворот. Вот это что такое? Ускорение атаки, град ударов, супер уклонение. Вы сможете переместиться за спину, это я помню. Вот, ускоренное уклонение. Быстрее уклоняться я могу. Ну, видимо, то, что я слишком большой, не получилось. Не получается быстро уклоняться. Усиление атаки пупка, это я прокачал. Давай мы, наверное, короче, оставим этот талант, чтобы добивающий удар в граде сделать. Он типа апперкотом делается, вот так, смотри. Хоп-хоп-хоп, сейчас град идет, и апперкот, он подкидывает его вверх. Вот это классная способность. Или сейчас усиление атаки, урон ногой. Ну, ногой, в принципе, классная тоже штука. Удар ногой в прыжке. Вот это вот классная штука. Усиление атаки, удар. Сила удара увеличивается на 50%, то есть я мощнее бью, да? Какой соблазн! Ладно, давай вот это вкачаем. Простите, я не смог накопить 4 таланта. Ну просто я хочу бить мощнее, чтобы у меня противники просто отхватывали. Прям таких знатных пушек мощных. Таких тумаков я им отвешивал, чтобы они офигевали. Че вы как жаба, куда вы прыгали-то? Зассали, да? Я знал, что я такой крутой, что меня все ссут. Ну, звучит как-то стрёмно. Короче, ну ладно, проехали. Кто как понял, то так понял. О, снова ты. Давай янтарь забирай. Погоди, там тайник, что ли? Вот это. О, реально, ну-ка пойдем. Как его затолкали, как я его вообще заметить умудрился. О, рубинчик. Забираем. А подожди, вот это что? Деталь телепорта. Последняя деталь телепорта. А нет, у меня телепорт же собран, что я туплю. Телепорт у меня собран, 5 из 5. Чуть не взял еще раз деталь телепорта. Фух. Куда они идут? Кто куда? Подождите, я еще из пещеры не вышел, я ничего не вижу. Кто куда идет? Они идут целенаправленно. У меня плохое предчувствие. Угу. Булыжник скинем. Прям на них давай. Будет круто. Быстрее! Да я стараюсь. Блин, но он должен был покатиться. Там как раз уклон такой, а булыжник пропал. Эх. Ладно. Девочка помешала мне. Готов? Прыжок? На тебя. Вот так вот. Отлично. Я разыгрался, пупсики. Сейчас будет месиво. А в кого там стреляете? Здравствуйте. Кого они там стреляли? Я смотрю, куда летят их бластеры, но там же свои, там роботы стоят. Эва, в окрестностях есть люди? Впереди маленькая деревенька. О нет.
Они на деревню напали. На деревню напали. Нек, поторопись. Там от деревни уже ничего не осталось. О да, гоночки, погнали. Вью, с ветерком доедем. За дерево цепляйся. Балдежно он катится. Такой сноубордист. Рогаточка, катапульточка. У-у-у! Как он круто своей способностью пользуется. Это просто обалдеть. Он знает толк в физике. Ну чё, я прилетел вам помочь. Сейчас янтарем подзаряжусь. Здорово, парни. Блин, хватит уже с ними здороваться, что-то как-то. Это тупо звучит. К тому же это железяки, это роботы. А, промахнулся. Как я ему присуху пробил. Оп. А давай я за него, за тебя. Ха, я сзади, дружок. Я сзади. Ты такой неуклюжий, что даже не обращаешь внимания, как... Ой-ой-ой-ой. Как я у тебя между ног пробегаю. Так, подожди, вот сейчас к нему лучше не подходить. Мимо. Дружочек. Пирожочек. Оп. Сзади сейчас ему. Опец, натолкаем кулаков. Ланчпаковских. Оп. Меня попали. Меня прострелили. Вот тебе прострел мой. Готово. Вот и все, всех раскидал. Так, там еще двое упали. Я хотел сокровища посмотреть. Да, два из двух, все нормально. Черт. А давай неуязвимость возьмем. Че я буду тут мучиться? Я неуязвим. Теперь меня нипочем ваши электрические разряды, заряды. Сногсшибательный янтарь. Приз получим. Ой, че это я мирных жителей бью? Подожди. Вот здесь вот, значит, можно пройти. Видел янтарь? Да, янтарь — это подсказка. Не только жучки подсказывают, где тайники, но еще и янтарь. Надо обращать на это внимание. Нет, полнаселения раскрушили и город весь сломали. Ну, деревню. Эти роботы. Все очень плохо. Вы не передумали? Никак нет. Двухсотлетние роботы просто так не оживают. В них не могло остаться энергии. Да, это нелогично, но должна быть причина. Мы с тобой опытные инженеры, должны сообразить. Я ратую за здравый смысл. Без всякой. Ты как? А я ратую за спокойствие. Я? Нормально. Только никак не могу забыть тех бедолаг из деревни. Хотелось бы все понять. Я разумный человек. У доктора и Шарлотты выходит не лучше тебя. А они создали столько роботов, что уж точно должны были бы что-то понять. Да. Но этих создали не они. Нет. Это работа гоблина Урика. Точно. Эва. Знаешь ли ты, где Урик собирал свое оружие? Знаю, в гоблинском городе Таргун. Где он, неизвестно. Я знаю, кто может его найти. И нас подбросить. Постыть бы немного ребятам. Что? Мой любимый дядя. Я у тебя единственный. Да, угу. Да, но... Стой. В любом случае, я за. Обожаю тебя за это. Да-да, я знаю. Подождите. Развалины Таргуна. Ближе нам не сесть. Дальше придется идти пешком.
Жарко. Зачем высшим гоблинам строить город в пустыне? Тут не всегда так было. Пойдемте. Блин, за Неком всегда так в катсценах забавно наблюдать. Что за тупая жара? Должно быть. Я сейчас засохну. Ты просто еще не привык. На сегодня это все. Дело в том, что я хочу сделать так, чтобы одна глава на одну серию выходила. То есть вот глава четвертая, и мы ее потом в следующий раз с тобой полностью пройдем. И смотреться будет как сериал. Так что на этом все. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Если еще не поставил, это очень важно. И подпишись, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий ролик, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи.